Пока. Вера, привет. Как дела? Ты меня помнишь, я Максим. Вот стою около 7-й школы. Мы тебя любим очень. Нам тебя не хватает, Вера. Я вот учусь в техникуме, ты знаешь. Сдаю экзамен, вот уже. Мы тебя любим очень. Тебя не хватает. Нам без тебя плохо, Вера. Будь благословенна. Вера, привет. Я Максим, вот стоим возле 7-й школы. Мы сейчас готовимся к выступлению Троицы. И мы вот участвуем в спектакле «Адские врата» и... Привет. Давай назад. Не надо, давай дальше. Вера, привет. Вера, привет. Сука, мол. Вера, привет, мы за тобой очень скучаем, мы тебя любим очень. Мы вот стоим сейчас около 7-й школы, где мы тренируемся к празднику Троицы, у нас проходит репетиция. Мы тоже будем участвовать, наши братья и сестры, в спектакле «Вратские адские». Вера, привет, я была у вас в офисе, познакомилась с Полом, Дженнифер, Дэном. Мне очень понравилось, мы за тобой скучаем, приезжай. Будь благословенна. Пока. Отец имел огромное состояние. Его имя знал каждый житель города. Но не деньги сделали его известным. Любовь к России.